«Атлетико» – чемпион. Тысячи болельщиков мадридского клуба заполонили площадь «Нептуна» в испанской столице. В решающем матче с «Барселоной» игроки их любимой команды сыграли в ничью 1-1, завоевав таким образом досрочную победу в национальном первенстве. Футболисты «Атлетико» стали чемпионами Испании впервые с 1996 года. «Барселона», в свою очередь, упустила шанс завоевать свой пятый чемпионский титул за последние 6 лет. С 2003 года триумфаторами «Примеры» помимо каталонцев становились лишь футболисты мадридского «Реала». По иронии судьбы, именно с этим клубом «Атлетико» встретятся в финале Лиги чемпионов. Игра состоится 24 мая в Лиссабоне. Впервые за всю историю турнира в его решающем поединке сыграют две мадридские команды.